Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру «Боссы подземелий». Почта, проверим, как всегда, ничего не прогружается, обидно. Так, давайте-ка в подземелье зайдем, посмотрим, что... А, сундук я уже взял, оказывается. Когда я успел? Вроде сегодня не играл. Ладно. Ну что же, остается нам, наверное, идти с вами на основную сюжетную линию, ее проходить, бомбить, добивать. Так... А потом можно будет, наверное, и в башню сходить. Так, погоди-ка, челлендж мне не нужен. Давайте мне нормал моды. И тут у нас еще как раз есть что проходить. Поехали. Так, составчик оставляем такой. Поехали, погнали на всех парусах. Сейчас будем бомбить их. Так, на ускоренном, как всегда, ребята, чтобы не томить вас. Ну, разбирается довольно легко. Что-то я проглядел, сколько у нас здесь будет волн. Сейчас покажут. Ага. Еще три. И босяра будут. Ну, эти самураи, в принципе, легенькие у нас. Хотя они вот так вот делают. Это такие паразиты, по два раза. Какой там по два раза? По три раза бомбят, причем каждого персонажа. Все, упали. Двигаемся. Так, понятно, монахи у нас здесь. Лежат, отдыхают. Автобой, он и есть автобой, чтобы как можно по-быренькому все это проходить. Тем более, ребят, я здесь уверен в своих бойцах. Как говорится, не стоит даже лишний раз заморачиваться. Ну, а на боссе, естественно, мы уже включаем полный комплект со спецударами. Сумоист! На-ка, выкуси! Горгулька его подбрасывает. На! Ха. И кто добьет? Да успокойся ты! Думблейд и мой финольчик не добил. А я думал, добьет. Что такое? Что он такой крепкий-то под конец своих хпшек был, а? Да? Женец, как всегда, молодец. И нам достается... Ага, лучница. Давненько я ей не играл. Она уже, наверное, там, как говорится, в резерве у меня плесенью вся покрылась. Ну да ладно, ничего страшного. Пока она для нас не актуальна. Давайте-ка перейдем к моим персонажам и немножечко их прокачаем. Так. Как видите, у меня много новеньких там появилось. Давайте-ка, наверное, самурая прокачаем. А почему бы и нет? Хотя бы до тридцаточки. Надо его поднять. Все, что ли? Так быстро мы его прапали. Ну, честно говоря, мне он не особо понравился. Я играть им пока не собираюсь. Так, давайте-ка вот этого минотавра, наверное, да? Прокачаем. У нас денег, да, позволяет. Все, тридцатка. Обилки тоже ему качнем сейчас. Почему-то он мне тоже, ребят, не зашел. Но это, видимо, из-за того, что они слабенькие. У него всего одна звезда. Ну, а прокачивать его на две — это очень долго и нуторно. Блумку вот эту тоже бы как-то надо качнуть. Она у нас единственная хиллерша получается в команде пока в данный момент. Shadow Blade. Так, обилки качнем. Причем я, наверное, скоро, ребят, буду от него отказываться. Он уже становится, как бы сказать, неактуальным. Так, а вот с этими персонажами я даже не знаю, что и делать. Ага, вот Сера обязательно нужно качнуть по максимуму. Я вообще хочу его, наверное, взять в основной состав. Он же у нас идет как танк, по идее. Но насколько он крепкий, я еще тоже не знаю. Не доводилось его проверять. Причем я его получил только недавно. Вот мы его сейчас прокачаем, а потом как-нибудь, да, надо будет испытать. Ну, если вы, конечно, играли им, то вы можете мне написать в комментариях, стоящий ли это персонаж или нет. Так, хорошо. Ну что, давайте, наверное, продолжать с вами кампанию. У нас тут совсем немножко осталось, буквально две миссии, и мы с вами перейдем на следующую главу. Так, кто у нас тут? Что за олухи будут? Давайте глянем. Сумоисты. Толстячки. Давайте, ребят, как всегда, автобой здесь все это дело сделает. На боссе мы переключимся уже. А может быть, даже сами поделимся, посмотрим. Четыре сумоиста. А нет, три сумоиста и монах. Ха-ха. Блин, я вообще обожаю здесь, если честно, бить эпических боссов. Но они почему-то всегда в конце каждой главы появляются. А до этого такие, знаете, второсортные боссики.
Но когда недавно я тут проходил башню, ох, как мне там всыпали, ребята. Особенно вот это вот, меня раздражает огненная химера. Вообще кромсает, просто одним дыханием ложит весь мой отряд. Не знаю, может быть, как-то можно сделать себе эти иммунитеты к огню. Если можно, то, пожалуйста, мне тоже напишите. Да, довольно легкий босс, на самом деле, вообще ни о чем. Это кто такой у нас? Что там за чудик, блин, с париком на голове? Да, ну, видимо, какой-то гоблинок опять. Кстати, я помню, играл тоже как-то миссию, и мне дали в команду одних гоблинов. Ну, там они жарили, будь здоров. Так, у нас, ребятушки, тут закрыто почему-то. А почему закрыто? Что-то не то. Всегда было открыто, на тебе, закрыли. Ну давайте хотя бы немножко денежек стрясем. Блин, как-то вот тоже, да? Вот привыкаешь к одному составу, да? И менять неохота. А ведь по большому счету нужно пробовать всех, абсолютно всех. Потому что есть же хорошие, уникальные, как сказать, герои, которых мы с вами не можем испробовать, испытать и о них что-то сказать. Я вот про этих, например, практически все знаю. Про Фенола знаю, про Некроманта, про Жнеца. Ну, Гаргуля, она, так сказать, еще отстает. Нехорошо развита у меня, но, по крайней мере, я знаю, что она мощная. Но, опять же, против Физухи. На магию они очень сильно реагируют. То есть, если встречается персонаж с массовым магическим уроном, моя команда может упасть. И вот как мне вот бороться с этим? Мне хотелось бы резист иметь против магии. Но, по всей видимости, здесь этого нельзя сделать, если только вставлять себе сферы. Там, например, на защиту. Но такие сферы очень редко выпадают. Вообще у меня, по-моему, ни одной нету. А скрафтить их тоже проблематично. Нужны ресурсы, причем довольно много. Игрулька очень-очень продумана до мелочей. Вот если посмотреть, еще вот я еще говорю, русский язык бы для нее, и вообще бы цены бы ей не было. Хотя бы все было бы понятно. А так иногда приходится поломать голову для того, чтобы понять, что вообще тебе нужно и что требуется. Так, ну что, как видите, босс здесь был ни о чем. Просто... Так, опять мы с вами что-то сделали. Можно, в принципе, забрать реварды. Но у нас там, ребята, еще одна миссейка осталась. Сейчас мы ее допройдем, получим свои денежки и продолжим уже, наверное, в компашечку играть. Так, вот здесь. Ага. Вот она. Ну что же, 5 энергии потратим. Опять у нас здесь будут какие-то викинги. Будем разбирать их. Поехали. Так, вот Гаргульку, конечно, бы тоже мне хотелось бы поменять, если честно. Но на кого, пока не знаю. В идеале я думал, что раскачать ее. Но карточки на нее не так хорошо выпадают, как хотелось бы. Так, что вы тут буяните, а? Олухи. Давно не получали, что ли? Сейчас мой автобой вас всех тут положит. Ну, вы поняли, да, ребята? На обычных мобах мы включаем обычный, без спецударов, без всего. А включает только уже на боссах. Все, забомбили. Поехали далее. Ну, где здесь? Не, ребят, я не выдержу. Давайте поставим вот такой вот. Пускай бомбит их всех по-быстрому. В принципе, здесь боссы ни о чем, так что справимся, я думаю. И тем более у нас здесь будет откат. Ого, 5. Гаргулька бросает. 1 готов. Так, ну и Фенол, наверное, сейчас их всех добьет своим. А какого лешего он не сделал свой ядовитый удар? Ну, видимо, счел это ненужным. Хорошо, с одной стороны, правильно сделал. Так, что-то как-то меня разбирают здесь. Смотрите, у Гаргули вообще практически хп нету, а? И Фенол уже на подходе. Это плохой знак. Так, замечательно. Давай. Вот Жнец мне нравится тем, что у него есть вот этот вот вампирик. Но я также видел, что можно поставить себе сферы тоже на вампиризм. Не знаю, правда, как они работают. Может быть, они просто усиливают вампиризм тех, у кого они есть. Так, давайте с вами подхилимся маленько. Тем более у нас тут босс. Кто? Опять викинг этот. Варвар. Так, подожди, почему? Во, нормулька. Так, врубаем полный комплект. И понеслась.
Оглушили мы его. Почему-то, главное, он оглушенный и в то же время все равно может ходить. Не понимаю, почему так делается это все. Смотри, какой крепкий. Ох ты! Так, ребята, вот от меня не устраивает. Моего фенола, блин, забомбили. Сейчас еще давайте и некроманта положите. Ну, готов. Можно было бы, конечно, фенола рисануть, но зачем? Не вижу пока в этом надобности. Все, с деньгами, короче, мы разобрались. Сделали это дело. Можно было бы, конечно, перейти уже в основную сюжетку, да? Хотя мы можем немножко полутать. У меня вроде бы столько ключей неиспользованных. Можно даже капельку, наверное, полутать. Но зато у нас мало энергии. Ну, давайте, фиг с ним. Яйца нам нужны, может быть, что-нибудь хорошее выпадет. Так, ни шиша, ни одного зеленого яйца не выпало. Как это ни странно. Ну что, гоу, как говорится, вперед. Пройдем. Здесь у нас будет эпический босс или нет? Ни шиша, по ходу дела, нету. Так, летучие мыши. Ну, я думаю, что с ними справимся мы тоже. Ого, нифига себе, ребят, смотрите. У ворота, обалдеть какой. Какой у них там уровень-то, ё-моё, а? Я даже не разглядел, если честно. Так, дайте возьму здесь деньги. Хе-хе, самураи зеленые. Синие, зеленые. Сколько вас вообще здесь, а? Может, еще давайте красных сразу же воткнем. Так, нормуль. И босс. Кто? Самурай? Нет, сумоист, как ни странно. Со своей шпаной. Так, ледяного самурая накрыли. И сумоист не пал. Фенол, давай. Так. Да не, ребят, все, ему кранты сейчас будут. Ничего он тут не сделает. Довольно легко прошло это дело у нас. Так, сундук. Опачки. А такая девочка у нас есть. Ну, дали всего лишь одну карточку, да? На три звезды пройдено, все отлично. Вот эти вот кристаллы, грибочки. Это все нужно, ребят, для крафта. Но они так мало выпадают. Там нужно как-то определяться. Если нам определенную штуку крафтить, то именно собирать те ресурсы, которые нужны. Так, ребят, мы скоро с вами получим, по-моему, руну. Так, открывается у нас новый материк. Перепрыгиваем мы сюда. 13 глава. Давайте попробуем. Тут какие у нас уровни-то у монстров? Я же что-то просмотрел. Так, давайте. 32 и 33. Слушайте, ну я вот смотрю по уровням. Как-то немножко странно, ребят. Я отстаю от них, да, практически на 2-3 уровня. И в то же время я их легко разбираю. Почему так происходит, тоже не пойму. Например, в черепашках-ниндзя, да, 2-3 уровня свыше меня уже ощущается, как напряженно идут бои. А здесь вообще наизейше все идет. Да, я, конечно, не спорю, что у нас там с вами стоят там руны, всякая ерунда. Может быть, за счет этого мы выигрываем. Так, последняя волна, и потом уже будет босс. Смотрите-ка, красные самураи есть. Под все цвета. Значит, есть и темные, да? Получается так. Что за босс? Покажите мне босса, переключаемся на... Ага. Орк. С тремя самураями, которые от одного применения магии слегли. На, получи. Давай, фенол. Зажег, умница. Да, вообще никакого сопротивления. И нам достается карточка нашего танка. Ну что же, сюжетку мы немножко поколупали. Предлагаю вам сходить в подземелье. А, сэр Уильямс. Вот как его звать, танк-то нашего. Я уже и забыл, мне почему-то в голове Смит крутилось. Давайте-ка в подземелье немножко по-пвпшимся. Ты смотри-ка, меня немножко даже понизили в ранге. А вот это вот нехорошо. Я на это не подписывался. Винстрик 0 у меня пока. Ну, думаю, с этим справимся. Поехали. Тут единственная, кто угроза для меня? Ледянка. Ну, даже если она заморозит на один ход. Да и то не факт, что всех должны, по идее, справиться. Блин, а почему? Почему здесь враг постоянно ходит первым, а?
Так, вот, а чё... Смотри-ка, всех заморозило. Ладно, сейчас мы должны с ними разобраться. Ну, давайте, выходите из этого состояния. Блин, некроманта сейчас положат мне. Надо сжечь. Так, ледяночка. Упала. Блин, не упали. Отлично, все, победа за нами, ребят. Сейчас мы, оп. И все, давай сюда сундук свой. Так, ну что, довольно неплохо. 110 в плюсе. Двигаемся с вами далее. Мне бы хотя бы до чемпиона 2 добраться. Было бы неплохо. Оу-оу-оу-оу. Как же я не люблю вот этого вот призрака. Тоже такой хитрый, а. Все время к тебе телепортируется и довольно хорошо критует, если прокачан. А вот это... И смотри, он начинает первым, а, ходить. Промахнись. Оу-оу-оу. Молодец. Так, этого надо уничтожить. Тоже тут заморозкой своей будет бомбить. Так. Что-что? Оу, плохо-плохо все, ребята, сейчас. Чё, жнец упал у меня? Ёлки-палки, сейчас и Shadow Blade, по-моему, поляжет у нас. Да, упал, блин. 2 на 2. Ну, со скелетиком мы разберемся с этим. Отлично. Ну, выиграли кое-как, если честно. Я боюсь представить, что дальше будет нас ожидать. Сейчас мы увидим с вами. Оу, ёлки-палки. Жнец, полтергейс этот. Потом чувак, который любитель поиграть в боулинг. Ну-ка. Он ходит первым? Да как всегда, ну. Промахнись. Промахнулся, отлично. Так, давайте мы накажем лучницу. Ага, наказали. Я уже понял, что здесь крепкие ребята. Пошел боулинг. Doom Blade. И у меня уже Shadow Blade отдыхает. А вообще великолепно. Ничего не могу сказать. Давай, Токсик, не подведи меня. Ух, нам повезло, ребят. Токсик сделал свое дело. Ну, Shadow Blade, да, конечно. Не зря я хочу его убрать из своей команды. Он меня уже не устраивает. Так, нормуль. Поехали дальше. Пока у нас 3 победы к ряду. Я не знаю, сказывается это как-то на реворд или нет. Но мне почему-то кажется, что да. Ладно, не будем забивать себе голову сейчас тем, чем не надо. А будем просто-напросто колбасить. Кто там у нас? Зиночка? Ха-ха-ха. Блин, а это что у нас такой за скелетик? Ох ты, ничего себе, Shadow Blade сюда снес. Ну-ка. Ё-моё, это что за хламон? Что он делает? Doom Blade. Ё-моё, сейчас жнец у меня упадет. Так, давай-ка, Фенол, попробуй-ка зажарить. Ты посмотри, какие крепкие чуваки. Ну, подождите, ребята, еще не все потеряно. Так, какой-то мощный скелетик. Так, жнец. Оу, ёлки-палки, жнец мой упал. Нифига, вы посмотрите, как быстро он меня разобрал. Или она. Но если Зиночка, то это она. Да, и благодаря кому, я так понимаю, вот этому вот скелетику. Хотя они тут все у него прокачаны были, так что, блин. Обидно мне, блин, однако. Так, все, я буду мстить. Я буду мстить. Ну, с этими я справлюсь. Тут, тем более, еще и однозвездочный он себе воткнул. Зачем он так сделал, я не знаю. Киллерс тайп. Угу. Ну, давайте посмотрим, насколько он киллер. Так, давай-ка атакуем вот эту вот, наверное. Чего? Так, мне не нравится вот это вот все дело, как тут... Ага, монах упал, этот в скелета возрождается. Что это она сделала? Ой! Да! Она жнеца моего к себе переманила. Надеюсь, на один ход только. Все, блин, я в злости. Так, этот готов. Давайте добьем вот эту демоницу. Суккуба. Да ты посмотри, что за уворот-то у нее такой жесткий. Так, скелет, все, вали отсюда, достал уже, блин. Это некромант у нас, дохлый. Давай-давай-давай-давай, добиваем. Все.
Так, и сундук очередной. Блин, ну как же там-то легко так меня разобрали? Мне это, честно говоря, немножко напрягает. Это нежданно, да? Так, ну что, ребятушки, сколько у нас энергии? Маловато будет, маловато. Так что давайте забирать. О, билетики какие-то забрали. Я как-то помню, зашел посмотреть, что можно приобрести за эти билеты. И был не очень рад, потому что их нужно много, а дают они очень мало. Ну что, давайте сходим, наверное, с вами в башню. Попробуем пройти парочку этажей. Ну тут, смотрите, блин, довольно крепкие ребята. Эх, давайте свой основной состав набирать. Так, Жнец, Фенол и Горгулька. Вперед из песней. Первый этаж. Так, ставим на автобой. Так, что такое? Что происходит? Я ничего не успел. Ух, полегли. Блин, вот нафига мне этот скелетик нужен, а? Вот скажите мне. Вот кого-кого, а скелетика я точно раскачивать не буду. Так, второй этаж у нас. И здесь у нас есть фантом. Бесявый. Ну, он здесь один, который мне действительно, может быть, нанесет реальный урон. Так. Что делает? Ать. Нет, победим. Так, Вильямс там что-то выделывается. Давайте его накроем. Все. И дальше, надеюсь, разберем всех. Ну, автобой, ребят, на то и авто... Да что ты... Отлично, всех положили. Опять скелетик достается. Да что такое-то, он мне не нужен. Эй. Интересно, а можно как-то утилизировать старые вот эти вот ненужные карты? Или был бы какой-нибудь такой обмен? 10 скелетиков, например, на одну карту некроманта. Почему? Было бы справедливо, я думаю. Так, здесь у нас... Оу, вот это... Мало того, что вот этот фантом... Ну-ка. Так еще вот этот чувак, который с лапой держит, он меня раздражает. Всех заморозил, гад. Так, Фенол еще, блин, отравил. Куда Жнец смылся? Эй! Это называется, ребята, полный звездец. Жнец куда-то смылся у меня. Блин, вот этот вот скелет, который с рукой стоит, бесявый на самом деле. Он пожирает, он может, например, у некроманта сожрать фигню, которая над ним будет. И все, и тот просто больше не рисанется во время смерти. Ну, как видите, я тут проиграл. Вот из-за этого вот хмыря, блин, все. Хотя уровень-то, смотрите, 27-й, 29-й. Блин, обалдеть можно. Так глупо пасть. Ну, давайте ревард тогда уж хотя бы. Так, что у нас еще? Давайте посмотрим, что у нас там по героям. Развить, как их вот раскачать. Нужны мне, ребята, руны. И причем довольно хорошие. Ну, с ними очень большая напряженка. Так, ну-ка давайте-ка этого качнем. Малышку. Я так понимаю, это какой-то электрический, что ли? Энерджайзер. Энерджайзер, блин. Да, у него обилки связаны почему-то с электричеством, с молниями. Леонидуса вот тоже надо как-то допройти, ребят, обязательно. Точнее, не допройти, а дособирать. 100 карточек нужно. Он дается у нас на челлендже. Так, давно я хотел ее просто прокачать, эту Блумку. Давайте вот так вот сделаем. Может быть, в дальнейшем она нам пригодится. Вот, все вроде бы. И пока что я ничего больше не вижу для себя полезного. Элла. Так, ну давай, фиг с ним. Давайте ее тоже прокачаем, наверное. Ну что, так тяжело идет, елки-палки, давайте. Нет, большую не будем тратить. Большая дает 5000 экспы сразу же. Все, по обилкам. Ага, вот у нее, ребята, обилка. Смотрите, шарм. То есть она отправляет поцелуй. И на свою сторону. О, а у меня есть деньгами напряженка. Блин, вот пипец. Деньги, 75 тысяч. Да, не очень большая сумма. Она меня вообще не спасет. Но зато мы получили с вами руну. Давайте-ка ее воткнем. И воткнем ее, наверное, мы моему Фенолу. Да, он у меня такой самый большой, самый крупный. Я, правда, честно говоря, не знаю, что эта руна вообще дает.
Особых характеристик вроде бы на ней нет. Вот что тут написано? 15% чего? Элементаль? Фиг знает, короче. Так, скрафтить ничего не можем. Руны. У нас 6 рун. Тут по одной руне, которых, естественно, будем уничтожать массово на разбор. Так, что тут у нас? Ага. Так, погоди-ка. Нет, ничего скрафтить не можем. Здесь, по ходу дела, тоже, ребята. Вот что нам нужно. Смотрите. 10 вот этих цветочков, они зарабатываются у нас вот здесь. В принципе, можно, знаете, что попробовать? У нас ключей много. Полутать. Ну, давайте проверим чисто, сколько мы можем заработать. Не дали, нифига. Зато карточку дали. Ребят, мы с вами циклоп открыли. Так. Не дают. Вы смотрите, не дают мне цветочки эти. Хотя я бы не сказал, что это прям супер. Ой, у меня еще и энергия закончилась. Придется тратить нам алмазы, чтобы восполнить. Так, сколько? 25. Ладно, фиг с ним. Продолжаем лутать. Опять нам балалайка. Оу, 31 уровень. Поздравляю нас, ребята. Ну вот, 2 цветочка выпало. Хорошо. Хорошо, хоть 2, а не один. И опять нифигашечки. Так. Вот вы представьте, да, сколько мне нужно потратить ключей, чтобы я набил себе вот эти вот 8 цветочков. Ну, уже 6. Офигеть. 170 ключей у меня осталось. Да, нам дают только деньги, опыт и все, что хочешь, кроме цветочков. Ну, давайте здесь попробуем испытать счастье. Ну, как видите, опять же, не шиша. Вот, один дали. То есть уже надо 5. Нет, ну это не вариант, ребят. Просто запаришься. 4 цветочка, да, нужно? 4. Плюс одну руну еще нужно. Она же раздражает. Ну, а, конечно, хотелось бы скрафтить какую-нибудь хорошую, полезную руну для него. Смотрите, тут и на атаку у нас, и на защиту. Причем вампирик, тактик, инсайн, повар, лайф, батл. У нас 6 зеленых рун, да? И 11 водяных, которые, наверное, все фуфловые, и их можно все разбирать. Потому что я не смогу им прокачать. Например, еще одну звездочку. О, отлично. Смотрите, можем с вами одну доджи. Это у ворот. Слушайте, давайте попробуем, а, наверное, с вами сделать. Посмотрим, что у нас скрафтится. Насколько хорошая это будет руночка-то. Ну, вот, 4 звезды. Плюс я ее могу усилить. Тратим 100 кристаллов. И вот она полноценная. Потом ее можно будет еще вроде бы проапгрейдить, если я не ошибаюсь. Так, что у нас тут еще там высвечивается, я не врублюсь. Ничего нету. Вампирик. Блин, я вот представляю, если вампирик себе критикал на крит, да? Опять же, очень много всего нужно. На жизнь. Да тут везде, чего не коснись, по-моему. Смотрите, офигеть. Где я вот столько наберу ресурсов? Это нужно играть, знаете, не один, блин, месяц, а может быть даже не один год, чтобы действительно прокачать своих, причем избранных персонажей. Если будешь всех, то это вообще чекануться можно будет. Коррупция. Атака. Причем всего лишь 2 руны можно здесь. Сердце-то у меня есть, и все, больше ничего. Так, у меня получилось там огненное, да? Надо будет ее, ребята, сейчас кому-нибудь воткнуть. Прокачка по максимуму. Хотя, может быть, не по максимуму. Нет, по максимуму, все нормально, ребят. Так, давайте поищем персонажей, кому можно воткнуть огненную руну. Здесь всего лишь 2 звезды. Давайте тогда уничтожим ее. С разборочкой причем. И воткнем сюда. Ну, я уже забыл, как это все делается. Не так. А, нужно экипировать, да, действительно. Ну, вначале... Погоди-ка, вначале мы, наверное, улучшим ее.
Да, ребята, вот так вот будет лучше. Все, денег не хватает больше. Ну, пойдет, наверное, и так пока. Ну, а на этой ноте я буду завершать свой видосик. Всем большое спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось. Мы обязательно увидимся с вами в следующей серии и будем продолжать играть в эту игру. Так что, ребятушки, всем пока, всем удачи и до новых следующих видосиков. Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. It's true, baby, let the light shine through. If you believe it's true, baby, won't you let the light shine through?